Так, все, 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 хватит. Не будет она трогать твою косметику. У нас еще пришли вот такие вот шармики, леденцы. Я почему-то думала, что эта картина меньше, чем эта. Они, оказывается, одинаковые. Сыром. С сыром, с картошкой и с яблочным пюре. Ребята, мы сделали первые два слайма для нашего нового слайм-инстаграма. Всем привет! Привет, ребятки! Привет! Привет! Маргош, привет! Привет! Доброе утро! Ксюшка тут красилась. Муливалась. Дай мне черный пульт, я не могу выключить музыку потом. А, вот он. А то нам заблокируют наши видео. Мы тут музыку слушаем, убирали. Убирали квартиру, музыку слушали. И пришел наш папа с работы. Нет, это не открывай, а то высыпется, это не открывай. И принес нам наши посылочки. Мы заказывали на пробу вот такой вот. Да, шарики вот такие вот. Пенопластовые. Пришли они в такой бутылочке, интересно, да? У нас еще пришли вот такие вот шармики. Леденцы. Радуга. Это радуга. Баночки. Это фламинго. Ой, это пандочки. Фламинго. Фламинго, мам. Шармики фламинго. Да? Шарики, фламинго. Фламинго. Пандочки прикольные, да? Я специально заказала, потому что Ксюшке нравится панда. Так, ты открываешь уже? Ты сможешь открыть? Да? А мы... Кстати, быстро дошли. Вообще-то было написано, что придет где-то до 27 февраля. А сегодня у нас какой? А, еще одна. А это заблудилась, видимо, где-то. А я же вроде уже заказывала зеленый. Мама! Мама! Вау, какие они красивые. Вот такие вот. Фламинго. Это золотые эти... Слайм, когда добавляют, же такие вот тоненькие-тоненькие, бумагу. Бумагу золотую. Нельзя ломать. Да. Она очень-очень тоненькая. Ой, будь здоров, мой золотой. Что ты так прям зачихал? Все? Так, мусор только выкидывайте, чтобы... Все открыли? Да. Это мусор. Это мусор. А где мой чехол? Я заказала себе чехол, потому что у меня телефон новый. И чехлов у меня совсем на него нету. Переливается там? А, просто со звездочками. Вот он, просто со звезд. Просто здесь звездочки блестящие. Теперь у меня два хоть чехла, а то я все время с одним хожу. Маргоша, ты все еще в пижаме ходишь. Зайка уже... Смотрите, 12 часов дня. Ребенок ходит в пижаме. Уже обед, давай. Теперь это все надо выбросить. Мусор. Так, все, все, все. Хватит. Так, ты здесь сидишь. А ты здесь. Нет, нету косметика. Не будет она трогать твою косметику. Давайте не будем ругаться, ладно? Сегодня очень хороший день, сегодня солнышко светит. Просто чудесно, настроение хорошее, тепло. А вы начинаете тут ругаться. Ладно, не тепло. Тепло. Хватит, не ломай. Давай, убирай косметику. Пойдемте. Маргарита, переодевайся, пожалуйста. Порядок наведите в комнате хоть чуть-чуть. Что там валяется? Бумажка. Сейчас буду пылесосить. Пылесосить. Ксюша на это, Ксюша на это, Ксюша не мое. Тапочки твои, ремень чей? Ну да. А что за пакет здесь? Это от Ксюшиного костюма. Нет. Это моего костюма. Все, даю вам 5 минут. Тебе 5 минут на переодевание. Вообще-то за 1 минуту можно переодеться. Mm-mm. Да. Так, у нас поменялись планы. Девочки идут на день рождения. Причеши сначала, расческу возьми. Или с распущенными пойдешь? До скольки вы там будете? Не знаю. Часа 2-3? Ну да, я думаю, что да. Хорошо, сразу домой тогда. На всякий случай ключи возьмешь. Ан, хотя мы вернемся. Ты что, телефон возьмешь?
Куда вам писать? У меня есть батарейка. Телевизор выключаем. Давайте немножко быстрее. С ложкой обувай. С ложкой обувай, так помнешь башмаки. Вон ложка там с другой стороны. Давайте, 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 давайте. Шевелитесь. А сумка чья? Пока. Беги давай, беги, беги. Все, пока. Ну что, мы отправили старших и поехали за покупочками. А на улице тепло, кстати, 9 градусов у нас сейчас. 9 градусов. Смотрите, выехали из нашего района. И какая тут погода, буквально там в 5 минутах от нашего дома. Туман. А у нас солнышко, а здесь туман. Как такое может быть? Вот так вот погода меняется. А здесь все белое. Туман. Буквально недалеко от нашего дома мы. Вот так. Ты помогаешь маме? А? Ты сам будешь вести? Давай. В общем, мы пришли за продуктами. Чего ты мне не даешь? А? Во, видел? Каролиночка, закрой, а то потеряешь. Дома будешь печатать. Купили наборчик с печатками. Машина, машина, быстрей! Все, закупились. Девочки, не знаю, дома или нет. Сколько у нас сейчас время? Что? Мы картину купили, кстати. Вот такую вот. Сейчас мы поменяем. А то у нас дома такая картина скучная, грустная. Нам хочется что-то такое веселенькое, яркое, летнее. Хоть и зима. Но нам хочется такого настроения теплого. Тепла хочется. Поэтому... мы сейчас немножко декор поменяем в нашем зале, в нашей гостиной. А девчонок еще дома нет. Курточку повесь, пожалуйста. Давай, давай. Потом давай. Давай, иди вешай. Вешай, 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 давай. Давай, каждый сам за собой убирает, ладно? Так будет честно. Чтобы каждый сам за собой убирал, а не мама за всеми. За вами не успеешь убирать. Вау! А, ты тут должен прям на дорогу ставить, да? Круто. Открывай. Смотри. А у тебя с принцессами. Да. И цветочки, и бабочки. Смотри, домик. Куда домик надо поставить? Ну-ка, поставь домик. Где домик будет стоять? Да. Сердечко, цветочки, украшения, бабочки. Смотри, бабочка. Да. У тебя просто цветные бумажки? Да. Я почему-то думала, что эта картина меньше, чем эта. Они, оказывается, одинаковые. Так что у нас теперь все в пальмах. Здесь у нас пальма. И на картине у нас пальма. Так. Кем кере? Да, кому подарить картину? Мы не хотим такую картину. Она красивая, конечно, картина, но она грустная очень. Такая. Что мы писали? Мой мозг гранде. Чиз мозг гранде. А, да, точно. Точно, это больше картина. Угу. Она больше. Следы за своими мечтами, они знают дорогу. Еще мы купили вот такую вот цветную штучку. Да. Еще мы купили вот такую вот happy. Happy, а вот так вот happy. Буковки. И все, так что это сейчас мы повесим, а я. Так что у нас будет немножко повеселее. Может, ее немножко посередине, пониже сделать?
Все? Happy. Нет, осторожно, вот у нас сейчас есть рамочки. Нужно сюда распечатать фотографии. Не знаю, куда повесить эту штуку. Теперь мне нужно убрать вот эти вот шарики, которые уже... Все, закончился Новый год. Нужно убрать. И это тоже все убрать нужно. Нет. Что? Нет. Каленечка, давай будем все убирать. Сейчас будем кушать. Каролина. Каролина. Давай, будем сейчас кушать. Привет. Привет. Вы что так долго? Я тебе... Да, я тебе вообще записала. Ты что, ты не заметила? Я это сразу заметила. Нравится? Да. Дома. Мы решили убрать. Да, и сюда повесила еще одну. Дома. Мы решили убрать нашу скучную, грустную картину. Да? Угу. А, ты там снимала даже? Ну, потом посмотрю. Угу. Мы решили убрать нашу скучную, грустную, мрачную картину и повесить что-нибудь такое, знаешь, уже более яркое. Да. Нам нужно еще, знаете, что я хочу поменять? Эти наволочки на подушках. Мира! Какие-нибудь поярче. Мира! На вот эти подушки. А это мы распечатали с папой сейчас. Вот на принтере, да. И в рамочку вставили. А это мы купили. И это тоже купили. Снежинки надо снять. Вон те игрушки снять, потому что все уже зимний декор уходит. Приятного аппетита. Ты что, будешь только яблочное пюре кушать? Нет, и это. Папа мне не дает ложки. Сидит, кушает яблочное пюре вилкой. Че? У меня нет ложки. Приятного аппетита всем. Кушай. У нас ужин. Да? Мама. У нас уже ужин. Я видела, что... люди кушают макароны с сыром и пюрешкой. Швейцарцы. Пальцем-то зачем? Дайте мне пюрешку, пожалуйста. Пюре? Ребят, попробуйте макароны сыром. С сыром, с картошкой и с яблочным пюре. Это, конечно, звучит ужасно и выглядит, наверное, тоже странно, но это очень вкусно на самом деле. Да, мы когда первый раз это попробовали, ну, нам когда принесли там, мы там кушали в одном ресторане, нам пришли, принесли яблочное пюре, мы такие подумали, а яблочное пюре это что, ну, типа десерт что ли? И нам сказали, нет, это, говорит, нужно сверху на макароны, макароны с сыром и с картошкой, и сверху... Яблочное пюре. Вообще-то еще должно быть еще жареный лук. Но я не пожарила, не успела. В общем, сегодня мы без жареного лука. Еще сверху жареный лук. И кетчуп. Ложится. Нет, кетчуп сюда не надо. Это очень вкусно. Это конечно, странно, но это очень вкусно. Так что нам приятного аппетита. Не балуйтесь. Хватит. Мне кетчуп нужен. Ну, Ксюша у нас с кетчупом. А, она вместо яблочного пюре. Кетчуп. С кетчупом. А мы с яблочным пюре. Тебе подвязать хочешь? Подвязать тебе? Что? Что ты сделала? Точка и. Вырвала? Где? Смотри. Где? Покажи. Вот там висит совсем. Мама, видит кровь. Давай выдергивай, Ксюша. Тебе выдернуть? Давай выдерну. Каролину не пугайте, смотри, как она смотрит. Бедная, ты что там кушаешь? А тебе папа дал, да? Сопрюшки,
соплюшки висит, говорит. Он уже на соплюшке висит. Все, молодец, поздравляю. Ты его прям... Ты его вытащила прям как из масла. Беззубик, покажи. А у тебя второй-то лезет уже. Теперь ты без двух зубов. Угу. Давай, давай, ложись. Потом... Ты зубы чистила? Да. Мам, смотри, если потом будет что-то... Ничего не понимаю, что ты говоришь. Кепка чья валяется? Твоя? Мадам. Мадам, спать пора, давай еще. Спи. Я пойду Макса укладывать. Как он уснет, чтобы я пришла... Вы уже лежали, зубы почистили, пижаму надели. Понятно? Да. Время пошло. Ребята, мы сделали первые два слайма для нашего нового слайм-инстаграма. Да, ребят, девочки сделали два слайма. Они решили открыть страничку в инстаграм, которая будет посвящена только слайму. И сегодня они сделали два слайма. Вот такой вот. Вот такой вот слайм. Такой вот голубенький, нежно-голубой. И сюда нас. И сюда подошел вот такой вот шармик. Единорог с голубой гривой. Как мороженое. Да. Со снегом. Снежный слайм. И к нему подходит вот такой вот шармик, красавочка. В общем, девочки уже все сфотографировали, засняли видео и выложили в инстаграм. Ссылочку мы оставим в описании, так что можете переходить и там уже увидите эти слаймики. Так что, ребят, переходите по ссылочке, подписывайтесь на страничку в инстаграм, и девчонки будут выкладывать туда фотографии своих слаймов. Да? Да. Это которые шарики нам пришли сегодня, те мы добавили. Я обожаю такой хруст. А Ксюшка спит уже, как всегда. Ксюнчик! Ксюнчик! Уже все, улетело. Она уже улетела. Сон. Мне очень понравилась эта русалочка. Нужно будет еще заказать. Лучше единорожка здесь. Да. И сюда лучше русалочку. Такой вот слаймик. Все? Да. Сообщили новость ребятам. А все шармики из глины. Я думаю, что они все из глины. Их из глины делают. Потом запекают эту глину. И чтобы он был такой глянцевый, они покрывают. Сначала красят, а потом покрывают. Этим, ну как вот есть же лак для ногтей бесцветный, а вот этот шармик, он не глянцевый. Все, ребятки, на сегодня все, пойдем мы отдыхать. Я пойду монтировать это видео, чтобы завтра вам его выложить. Давай, дай хрустить. Пока, мам. Пока. Ага, пока, ребята. Ксюша, пока. Ксюша спит, как ангелочек. Все, пока-пока.